Юрий Викторович, расскажите, какие планы у вашей группы после оттепи? Ну, после оттепи подготовительный сезон настолько начинается. Группа молодая, разного уровня спортсмены. Кто-то готовится к Олимпийским играм, кто-то готовится к молодежному первенству до 23 лет, а кто-то вообще. То есть самая главная задача этой группы – это становление и показывать хорошие результаты, защищать честь страны на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, стать будущими лидерами лыжного спорта не только в России, то есть, но и в мире. Вот это вот основная задача, то есть, этой группы. Спортсмены подобрались все очень талантливые, самолюбивые, с огромным желанием. Я думаю, что вы имена этих спортсменов еще узнаете. А какие сборы, где будут проходить? Сборы, следующий сбор у нас пройдет здесь в Эстонии. В августе месяце мы проедем в Сочи на Лавуру. В сентябре месяце мы будем находиться в Тюмени, где будем участвовать в летнем первенстве России и продолжим сбор. В октябре месяце в Рамзаву, и в Катуване будет Финляндия, Моня и Гелевары. Дальше уже пойдут зимние старты, кто попадет на этапы Кубка мира, кто нет, на отборочные соревнования в России. Ну, Юрий Викторович, тогда, значит, приглашаем всех в Тюмень на летний чемпионат по лыжероллеру. Да, всех приглашаем, туда съедутся все лучшие лыжники страны, посмотреть уровень готовности всех спортсменов и посмотреть, насколько сдвинулось наше тренирование по сравнению с прошлым годом. То есть на тех же трассах пройдут соревнования в кроссе, в лыжероллерах. Вот. Поэтому приглашаю всех на летнее первенство России. Спасибо.